На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 218 мин. Как сообщает Анама, которая ежемесячно публикует информацию об операциях, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, с 1 по 31 января на территории Тартарского, Кельбаджарского, Ахдамского, Ходжалинского, Ходжавенского, Лачинского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джабраилского и Зангиланского районов было обнаружено 61 противопехотная, 157 противотанковых мин и 523 неразорвавшихся боеприпасов. Все они были обезврежены.